полные выплаты вне зависимости от стажа. На Камчатке родители маленьких детей смогут получать полные суммы по больничным листам в случае ухода за больным ребенком. Президент в рамках своего послания Федеральному собранию поддержал ряд инициатив партии «Единая Россия». В том числе выплата семьям с детьми до 7 лет больничного в размере 100%. Компенсация до 50% стоимости за детские лагеря. Также благодаря тем мерам, которые сейчас принимаются, будущие мамы, а их свыше 500 000 в нашей стране, получат ежемесячную поддержку от государства. Также ежемесячное пособие вводят для одиноких родителей с доходом ниже регионального прожиточного минимума на человека в семье, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет. Для получения выплат необходимо будет подать заявление. Сейчас прорабатывается порядок оформления пособия. Кроме того, в рамках исполнения поручений президента все камчатские школьники получат единовременное пособие к новому учебному году. Это 50 тысяч детей. Семьям выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. А компенсацию за путевки в детские лагеря в крае планируют увеличить и сделать еще выше предложенного размера.